Чебоксарах продолжается набор волонтеров для организации мероприятий, посвященных 550-летию. Как стать добровольцем и быть в самом центре праздника, смотрите далее. Кто волонтер? Я волонтер! Открытая ладонь – символ волонтеров во всем мире. Эти ребята готовы дать пять гостям праздничных мероприятий и ждут свои ряды новых помощников. Получить паспорт волонтера можно, как и обычный, с 14 лет. Вариант первый – прийти на собеседование в волонтерский центр в Дом детского творчества. Вариант второй – оформить онлайн-заявку. А как у вас с английским языком? Ну, я считаю, что мой уровень выше среднего. В прошлом году сдавал экзамен и сдала на 5. Собеседование проводят опытные волонтеры. Их называют тимлидерами. На данный момент количество желающих поработать в праздничную неделю 400 человек. Было бы очень символично добрать еще 150 помощников. Новички проходят обучение и практически сразу погружаются в практику. И уже сейчас молодежь и волонтеры, они вовлечены в мероприятия. Мы встречаемся с ветеранами, помогаем им, да, то есть продолжаем акцию «Чистые окна», проводим субботники, участвуем в городских мероприятиях. Главное, это, наверное, желание стать частью этих всех событий. Поэтому берем мы почти всех. Главное, это огонь в глазах и желание быть в команде. Я пришла в волонтерство, потому что я захотела стать частью истории нашего города, прикоснуться к масштабным мероприятиям, посвященным 550-летию нашего города Чебоксары. А также меня привлекает здесь личностный рост, новые знакомства и возможности посещения. Быть волонтером – это значит быть ответственным, общительным, а еще стрессоустойчивым. Все это пригодится, чтобы проводить экскурсии, выкладывать информацию о празднике в социальные сети, участвовать в праздничных представлениях. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика.